Всем здорово! К нам приехали интересные батутные самокаты с необычной конструкцией. Про них сегодня и поговорим. Батутный самокат Айпазон. Про необычность расскажу чуть позже, давайте немного по габаритам пробежимся, поймем, для кого вообще он сделан. Высота самоката от пола до центра руля 66 сантиметров. Дека 38 сантиметров в длину, 15 в ширину. Ну и ширина руля 43 сантиметра. Все это говорит нам о том, что самокат подойдет ребятам ростом максимум до 160 сантиметров. То есть с моим гигантским ростом 183 уже на таком будет некомфортно. Обращайте внимание при заказе. Немного про материалы, из которых он сделан. Основа самоката пластиковая. Дека, если так можно ее назвать, сделана из пененного материала. Такая Ева наподобие того, из чего делают туристические коврики, но немного плотнее и, естественно, толще, как можете видеть. Руль алюминиевый, а его верхняя часть покрыта тоже вспененным материалом, на ощупь похоже очень на грипсы Etic Foam. Теперь давайте посмотрим, что же тут интересного. Чем же он отличается от других батутных самокатов? Дека, она же платформа этого самоката, подвижна. Сейчас покажу. В таком положении она зафиксирована, но на обратной стороне есть переключатель, который очень похож на затвор у винтовки. Переводите, и платформа крутится. Конечно же, обычные трюки, которые вы привыкли делать на обычном самокате, вы тренируете с заблокированной декой. Но если вы хотите сделать чуть больше, разблокируете, можете делать кикфлип. То есть прыгаете, в тот момент, когда он крутится у вас на тейлвипе, переворачиваете платформу. Вряд ли, конечно, вы повторите что-то подобное на своем самокате, но поугарать зимой в батутном парке вполне себе крутая идея. Блокируется в этом самокате не только дека, но и руль. Для этого просто поворачиваете руль вот по 90 градусов и поворачиваете эту гайку. Все, руль заблокирован. Это тоже даст вам плюс-минус там несколько трюков к вашему арсеналу. Блокируйте руль, учите что-то новое. Грубо говоря, это чисто батутный самокат, на котором вы можете придумать сколько угодно трюков и делать их в батутном парке, который, кстати, легко пускают с такими самокатами. Я надеюсь, вы все катаетесь в защите. Ну а если нет, у меня для вас есть шлемы от нашего бренда Totem, которые, к слову, недавно приехали. Доступны в 3 размерах и 4 очень крутых цветах. Если хотите подробный обзор на нашу защиту, пишите комментарий. Руль вращается не на подшипнике, а вот у платформы подшипник есть. Сейчас мы его соберем, и вам будет хорошо это видно. Вот в таком виде вы получите самокат из коробки. Кстати говоря, все шестигранники для его сборки есть в комплекте. Собственно, давайте приступим. Первое, с чего мы начнем, это сборка руля. У самого руля есть две части. В верхней части сделаны две пары отверстий. Все очень легко совмещается с верхней планкой. Все просто. Закручиваем 4 болта. Болты, кстати, с фиксатором. Раскручиваться не будут. Берем шестигранник на 4. Финально все протягиваем с двух сторон. Помните, кстати, как правильно держать шестигранник. Если давите вот сюда, упирайтесь вторым пальцем в эту часть на сгибе. Тогда вы никогда не сорвете болт. У вас не выскользнет шестигранник из болта. Все будет четко. Наш руль готов. Убираем пока в сторону. Теперь дело за декой. Тут, кстати, хорошо очень видно все механизмы. Тут установлены два подшипника. Тут два штифта, которые фиксируют руль. Сейчас увидите при повороте гайки. Штифты убираются и выдвигаются обратно. Так фиксируется руль. А здесь фиксирующий механизм для деки. Вот так работает. Для того, чтобы собрать вот этот вот фиксирующий механизм, вам нужно опустить вниз. Дальше вставляем руль вот с этой стороны. Берем вот эту шайбу. Тут есть уже отверстие, тут есть отверстие. Они немного не по центру находятся, поэтому не перепутайте. Вставляете одно в другое и закручиваете болт. Болт здесь большой, можете не стесняться, затягивать сильно. Вот так это выглядит. Теперь осталось
закрыть все крышкой. Для этого ползунок перемещаем вот сюда вниз. Прикладываем крышку. И закручиваем 6 саморезов, которые идут в комплекте. Ключом, который тоже идет в комплекте. Вот таким, на 2,5 мм. Можете все закрутить сначала по одному обороту, по два. Просто, чтобы не потерять их. И дальше вставляете обратно в сторону. Кстати, обратите внимание, на этом шестиграннике есть такая вот головка полукруглая. Это сделано для того, чтобы вы могли шестигранник держать под углом. Но я вам настоятельно не рекомендую затягивать окончательно вот этой стороной шестигранника, потому что она все-таки сделана для другого, может вылететь, сорвать вам грани на болте. Поэтому закручиваем вот этой стороной до конца. Прям очень сильно тянуть не нужно, потому что вы закручиваете саморез в пластик. Закрутите очень сильно, сорвете резьбу. Просто у вас вырвет ответную часть. Поэтому как только почувствовали упор, сделали еще, уперся, сделали еще четверть оборота, и этого достаточно. Собственно, ваш самокат готов. Можете разблокировать руль, все крутится. Можете разблокировать деку, все крутится. Весит такой самокат 1500 граммов и доступен в трех цветах. Это вот такой крутой оранжевый, желтый и синий. Ссылку на этот самокат я оставлю в описании. А если воспользоваться промокодом из закрепленного комментария, он станет для вас чуть дешевле. Ставь лайк, если ждешь следующий видос про Тил. А я желаю тебе хорошей недели и пока.